Да. Третьего дня я зашел в свой старый аккаунт на Donation Alerts. Я обнаружил странную вещь. Мне все это время продолжали идти туда донаты на кошелек, который не мой, а от которого я отказался. Пару лет назад. Поэтому сейчас я их зачитаю. Так. 19.07.2017 год. Слепок человека, 150 рублей. Марго, больше конфы интересны и разные. Даешь спору по философии или мести. 03.03.2018. Квад, 40 рублей с покрытием комиссии. Маргинал. Что делать, если я ленивая мразь, которая не может заставить себя читать и обучаться? Так. 17.03.2018. Бутылочка. 26 рублей с покрытием комиссии. Привет, философ. Научи, пожалуйста, делать зубы ногой. Спасибо. 14.04.2018. Кван. 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, маргинал. Я относительно новый зритель. Хотелось бы узнать историю мема про паука. Спасибо тебе. Блять, на эту херню точно нужно сделать, как из Интерстеллара, или как в этом фильме, где и чувак плачет, просто вспоминает прошлое, как да. Там наделали. Да, определенно. Хотя бы музыку подставить. Да, да, да. Вот намеки для тех, кто делал там хайлайт. Хорошо. 21.04.2018. Аристотель. 25 рублей. Существует ли украинцы? 28.04.2018. 100 рублей. Кацы. Привет, маргинал. Введи на ютубе чувака Мэдди Мурк. Оцени сходство по 10-бальной шкале. Аминь. Блеск РНГ. Сука, Мэдди Мурк. Ой, блядь, это чувак, который, в общем, на Мэдисона похож, да, для тех, кто еще не понял. Хотя я думаю, что все уже видели его и совместно с Ильей. Окей. 11.06.2018. Михайло, гордость Украины, 100 рублей. Хеллоу, верховный пондит. Можешь посоветовать книгу по политологии, типа «История западной философии»? Ты величайший мыслитель за всю историю человечества. Просвети как можно больше гоев. Преклоняю перед тобой колено. Удачного стрема. Какой вовремя вопрос-то, да? Типа, ну я, если честно, не хотел бы советовать какую-нибудь книгу, которая называется «Политология» или вот что-то в этом роде. Желательно почитать историю международных отношений в этом плане, даже не международного права, а именно международных отношений. Ну, там разные авторы есть, желательно после 90-х годов, конечно. Так, 21.08.2018. Руби, 25 рублей. На! Так, 25.08.2018. Зол, 100 рублей с покрытием комиссии. Читал ли Крылов Витгенштейна? И какого подхода дачи определения слова он придерживается? Семейного сходства, то есть слово состоит из совокупности частично пересекающихся определений, или сократовского. Жаль, Крылова нет. Не совпало. Да, Рафаэль Митценгендлер. Так, 06.10.2018. Рафаэль Митценгендлер, кстати, прикреплен Twitch. 25 рублей. Маргинал, ты как-то говорил, что правость-левость определяется отношением к Великой Французской революции. Но как в этом случае быть с Дугином, который явно не симпатизирует либеральным революционерам? И еще, абсолютно все ли революции были хуевыми? Ведь результаты американской революции довольно неплохие. Ну, я не понимаю, а в чем проблема тогда Дугина? Это делает Дугина как бы правым. Просто он такой специфический очень. А были ли все революции хуёвыми? Американские революции — это не революции. Идем дальше. Так.
13.10.2018. Нагибатор 282. 100 рублей. Марго, ты говоришь, что любая революция пораша, но ведь американскую революцию защищал даже Эдмунд Бёрк. Неправда. Ну, как близко тут, да? А еще, как быть с Дугином, если правость-левость определяется по отношению к Великой Французской революции? Он же противник либералов, а тем более либеральных революций. Ну да, Дугин консерватор. Он как бы прав. А это два разных человека задонатили? Ну, наверное, тот же человек с другим никнеймом просто. Это просто очень странно выглядит. 27.10.2018. Зл. 200 рублей с покрытием комиссии. 300 символов донат не уложился, поэтому можешь в Google Доке читать. Так. Что в Google Доке? Все еще тут. Донат про дефляционную теорию истины. Если в данном предложении есть тире, то в данном предложении есть тире. И если в данном предложении нет тире, то в данном предложении есть тире. Если в данном предложении есть тире, то в данном предложении есть тире. И если в данном предложении нет тире, то в данном предложении есть тире истина. Нетрудно проверить, что в первом предложении первая импликация истина. Или принимает значение 1, а вторая ложь. Следовательно, все утверждение ложно. А второе утверждение истина. Ты постоянно двойной пропускаешь. Таким образом, приписывание кавычек тире и слово «истина» меняет значение утверждения. Новый претендент на лучшее аниме – ковбой Бибоп. Ебать, я сейчас думал, что я с ума сошел. Знаешь, в чем проблема? То, что я помню, как он задавал тебе этот вопрос как раз где-то в октябре. Видимо, он понял, что слал этот вопрос не туда, и потом ровно так же прислал тебе туда, куда надо. И я помню, как ты зачитывал этот вопрос, что типа, посмотри в Google Doc. Я помню, что ты еще вроде мошнил, но что типа, зачем в Google Doc, нахуя это надо, блядь. Но все равно открыл его и стал зачитывать. Я, блядь, помню эту хуйню про «если знака нет, то знак, блядь». Я еще тогда подумал, при чем тут ключи, нахуй, ну или что типа того, пиздец. Я подумал сначала, что я с ума сошел. И мне кажется, то, чего не было, уже произошедшим. Понятно, хорошо. Ну, значит, я на это ответил. Так, да. 27.10.2018. Российский нарезанный, 100 рублей. Четвертый раз отправляю этот донат. Как быть с Дугиным в системе, если право-лево зависит от отношения к Великой Французской революции? Почему Эдмунд Бёрк был за американскую революцию? Реально ли поступить в Гарвард? Если не очень, то какие еще университеты предлагают помощь иностранцам? И как лучше учить английский? Чувак, в Гарвард, наверное... поступить нереально, потому что ты усрал, короче, 400 рублей, отправляя донаты в донателку, которые ни одного доната твоего не отобразили. Ну, заметь, он все время добавляет вопрос, чтобы хоть не порождяком. Ну, да, от этого лучше стало. А если бы я не зашел в эту хуйню никогда просто? Ну, я не думаю, что ему и сейчас лучше стало, если он до сих пор... Я думаю, что он бомбанул и не смотрит, наверное. Да, может быть. Так, Муск. Так, 17.11.2018. Муск, 25 рублей. Здравствуй, маргинал. Скажи, как спорить с воинствующими аутистами, которые абсолютно против любых конфессий из-за атеистического государства? Никак, хуй забей. Энвер Ходжи был сумасшедшим. 19.03.2019. Купил мужик шляпу, 100 рублей. Почему французский язык такой стрёмный? Зачем специально картавить слова и от чего это у них повелось? Не, ну такие фонемы в языке. То есть, у разных языков разные звуки. Да. Объяснений нет. С точки зрения любого языка, какой-нибудь другой язык звучит странно. Нормально. 21.03.2019. Свинья Гридин. 63 рубля 5 копеек. Что думаешь о Зое Космодесантской? Ей правда сиськи отрезали? Спасибо, свинья Гридин, за 63 рубля 5 копеек. 18.04.2019.
Человек-паук, 100 рублей. Топовый стрим, большое спасибо за этот All Stars. Всех собрал, всех выебали. Приятно, что беседа не скатилась в ебаный рак. Все было чинно и отвечало высоким стандартам дискуссии. Надеюсь, что в 2К19 будет все больше топовой хуйни. Зы, сейчас переустанавливаю винду. Хочу благословения от Ежи и Василия. 18.04.2019. Человек-паук. 100 рублей с покрытием комиссии. Сука, винда нагнулась. В любом случае, спасибо за охуительный контент. 23.05.2019. Инклинкеркс. С прикрепленным твичом. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, стример. Здравствуйте, стример и гости. Смотрели ли фильм «Человек Земли» 2007 года или «Господин Никто»? Мне вот зашло. По-моему, «Человек Земли» смотрел, но уже практически не помню его. Да. Интересно. Я не смотрел никогда другого. Алистер... Так. 27.06.2019. Алистер Кроули, 100 рублей. Опа. А что это так? А где ты находите эту хуйню, блядь? Где вы ссылку-то к этому давно не находите? Ну ладно. В чате уже пишут, начинается, блядь. Бля, не надо туда донатить, я эту хуйню не получу. Дипа. Просто заебись. Ну что я могу сказать? Что тут можно сказать? Давайте теперь на нормальные, блядь, донатить. Чтобы я сейчас получал.